Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать и космических путешествий. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Красторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить, я и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в каком-то степени изменения. Начну с того, что сделал здесь такую небольшую чисто логическую затычку в плане того, что у нас здесь будет всегда стоять электровоз с серной кислотой, и он будет по нескольким местам урановой руды циркулировать. По сути, такая же схема, что и вот здесь вот. То есть, когда вот в этой системе заканчивается серная кислота, только в этом случае вот этот поезд будет сюда ездить. А вот этот поезд нужен, чтобы вот эту вот систему питать. Вот такая затычка нужна только потому, что изначально в систему не было запланировано то, что будет несколько серных поездов. Поэтому получилось то, что получилось. Также я сделал здесь вот еще одно место, где может урановая руда добываться. Я здесь также подготовил небольшую вот такую систему по добыче минеральной воды. По сути, та же самая система, что и с нефтью. И также сделал то же самое вот в этом месте. Ну а самое интересное произошло у нас на орбите. Я подготовил здесь, наконец-то подготовил небольшую системку, по которой сюда будут доставляться ракеты. Ракета будет сюда разгружаться. Все то, что связано с ракетой, загружается в сундук. И все это идет с помощью дронов вот в эту ракету, которая будет готова к запуску. Все то, что эта ракета сюда доставляет в виде космических капсул, поставляется в доставочные пушки. И весь мусор, который здесь идет, отправляется обратно на Наивис. В Наивисе же здесь я подготовил вот такую вот небольшую систему. Мусор сюда приходит. И вот так вот в дробилках просто уничтожается, аннигилируется и с глаз долой убирается. Мы его не можем нигде использовать, на то он и мусор. Поэтому я очень сильно рад, что мы можем с вами от него вот таким вот простым способом избавляться. Если бы я мог избавляться от него на орбите, было бы гораздо лучше. Но, увы и ах. И это все самые глобальные изменения, которые коснулись нашей базы. И сейчас я хотел бы потихонечку начинать готовиться к будущим свершениям. Я примерно распланировал себе то, что нам нужно на следующий этап развития, а именно на продвинутые исследовательские пакеты, и планирую я начать с производства лития. Для него нужна минеральная вода, добывать которую мы недавно начали, а также хлороводород, который мы скоро сможем уже добывать. Но прежде чем это делать, я, конечно же, хотел бы заняться переработкой урана. Это дело очень небыстрое и займет большое количество времени, учитывая количество урана, которое нам потребуется, в том числе и для производства Коаварекса. Поэтому я именно сейчас этим и стараюсь заняться. Пусть оно на фоне где-то производит, пусть оно потихонечку, понемножечку, помаленечку создается, и нас особо не трогает. Когда же мы промышленно подойдем к производству урана, у нас уже будет все готово. Для того, чтобы получать нужный мне уран, мне потребуется здесь вот такенная схема, где я в центрифуге буду, получается, урановую руду разделять на вот такие вот фракции. 44 центрифуги нужно на одну целую линию урановой руды. Ну и замечательно, давайте этим заниматься. И заниматься этим нужно крайне осторожно, ведь не стоит забывать об опасности урана, который нежелательно было бы себе в руки брать. А вот засранцы, а. Случилось то, чего я прям очень сильно не хотел. А именно то, что появились черви, которые дамажат прям по нашей линии обороны. То есть они могут достреливать, а наши турели не могут. Это случилось у нас над ракете, и я вынужден буду туда лететь в срочном порядке, как только распланирую вот здесь вот все, хотя бы в примерной вариации. Я немножечко привез сюда артиллерии. И по сути, вот эта вот артиллерия, которую я сюда привез, вполне достаточно одной штуки для того, чтобы хотя бы в ручном формате обстреливать все необходимые углы и защищать базу хотя бы в таком вот формате. Я думаю, пока что одну я здесь и оставлю, и лишь немножечко получше сейчас накидаю вот этих вот лазерных турелей себе. Я приготовил здесь небольшую артиллерийскую подмогу, и в случае чего я смогу в ручном формате вроде как довсюду дотянуться, и если ульи сюда близко подойдут, то смогу обеспечить себе артиллерийское прикрытие. Ну ладно, улетаем уже отсюда. Ну как-то та схема готова. Получается здесь у нас 44 на 4 умножить 176. Вот таких вот центрифуг размещено. И даже так у нас получается прям мизерные кроки получаемых предметов. Это нам только на руку. Мы этим сейчас и будем пользоваться. По сути, вот это вот железо, которое здесь добывается, и камень, который тоже здесь добывается, нам вообще не нужны. Поэтому я могу от них успешно избавляться, превращая их в отсыпку. А уже отсыпку я буду запиховывать, допустим, куда-нибудь в ненужные мне масштабы. Сейчас осталось только лишь отсортировать все это безобразие. А вот мне сортировку будет делать гораздо удобнее. Сортировка в таком вот базовом варианте пока что готова. Весь уран 238 я помещаю в большой контейнер, его будет у нас больше всего, а 235 уран, которого будет меньше всего, но тем не менее он нам больше всего нужен, я пока что отсортировываю в один небольшой такой сундучок. Останется сейчас разобраться только вот с этой вот лишней чепухней. Ну вот и все.
железо отсюда в центре переработки, только его можно производить, перерабатывать в отсыпку, а камень перерабатывается в сборочном автомате. И все это уходит прямиком в дробилку. Я понимаю то, что при этом есть небольшое такое загрязнение, но какая нам разница, если кусаки уже и так бесятся до невозможности, и хуже уже точно не будет. И таким образом переработка урана полностью завершена, я могу от этого полностью отстать. И теперь мне предстоит заниматься именно целенаправленно литием, потому что литий нам потребуется для потока плазмы, которая делается вместе с химическим гелем на генераторе плазмы. Что это такое, я вообще без понятия. По сути, вот весь цикл переработки лития. Надо сейчас проверить один маленький нюанс. И сам литий я могу успешно отправлять на орбиту. Значит, с этим никаких проблем не будет. Я буду его производить на Наивисе и уже дальше его туда отправлять. Сейчас мне предстоит разобраться, как получать этот хлористый водород. Есть, по сути, только один метод. Смешивать хлор и водород. А хлор у нас появляется в результате электролиза, беря песок и воду. Ну, соответственно, здесь появляется у нас также водород. Нам просто нужно сделать отдельный цех по электролизу для добычи хлористого водорода. Сейчас этим и займемся. С недавних пор я решил использовать вместо обычных электрических двигателей продвинутые. Как мне кажется, это поможет мне добиться наилучшей скорости. А их я теперь и могу использовать благодаря тому, что недавно мы их с вами изучили. И как мне кажется, это наилучшее решение. Для электролиза, к сожалению, нужна вода. И причем, судя по всему, воды потребуется гигантское количество, и я не уверен, что мне хватит одного здесь поезда для того, чтобы обеспечивать все необходимости. На крайняк будем использовать несколько поездов. Вот такая схема с заводами электролиза получается. По идее, этого количества ровно необходимо, чтобы забирать ресурсы с одной линии конвейера. И это все я могу успешно тиражировать. Воды на все это безобразие нужно не так много, и надеюсь, всего хватит. Здесь у меня всего 64 этих агрегата, и на все про все нужно всего лишь 0,2 одной линии воды. Так что мы без проблем это все объединяем в единую линию и все по единой линии поведем. По идее, воду сюда я подвел тоже, и останется лишь вывести хлор и водород в отдельные ячейки. А возможно, даже я думаю, лучше будет сделать объединение прямо здесь, вот в цеху, чтобы далеко не бегать. Чтобы обеспечить эти все 64 завода, нужно всего 26 вот таких вот фабрик. Ну, я думаю, это не так уж и много, и это прямо здесь можно размещать. Здесь я подготовил небольшую объединительную сплит-систему, где весь водород объединяется в один резервуар, и весь хлор тоже объединяется в один огромный резервуар. Химические заводы размещены. По идее, все подведено, и осталось лишь дождаться их размещения. Я лишь последний нюанс сделаю здесь. Вот так вот. Тыдыщ, сюда вода пошла. Она пошла, по идее, во все электролизеры, которые здесь размещены. Сейчас они зелененькие, по-быстрому здесь загорятся. И постепенно вот эти два резервуара будут накапливаться, надеюсь. Вот. Химические заводы тоже заработали потихонечку, помаленечку. Это все начало объединяться и заполняется в огромный резервуар. Если что, в любом случае, я могу здесь несколько поездов пустить, так чтобы все вот это пространство было занято тем, чтобы сюда доставлялась вода. Можно сказать, вот эта вот линейка выполнена, и хлороводород мы получаем. Теперь мы можем работать в химических заводах, их аж 130 штук. То есть у нас как минимум есть возможность разместить их 130 штук для того, чтобы получать хлорид лития. Надеюсь, вот эта вот система будет настолько продуктивна. Ну смотрите, здесь 29 тысяч, и поезд уже сюда приехал. Так что я могу констатировать то, что одного поезда здесь за глаза хватит. Причем вся вот эта вот система работает на полную. Также я сюда добавил небольшую цветовую индикацию, которая позволит мне отслеживать количество хлора и водорода в отдельных масштабах. Также я эту цветовую индикацию, пожалуй, добавлю и вот в этой системе. Как дела у нас тут с ураном обстоят? Здесь уже накопилось 7000, а здесь 50 штучек. Уже неплохо. И успешно вся отсыпка, которая здесь тоже уничтожается. И раз с хлороводородом я сейчас помониторил немножечко, проблем нет, значит, я могу идти дальше и продолжать создавать вот этот гигантский слой хлорида лития. Я сейчас здесь вот разворачиваю помпу. Минеральная вода пошла. Хлороводород пошел. И по идее химические заводы начали производство этого необходимого компонента. Все это группируется, создается, сохраняется, и все это разгружается вот в такую вот единую системку. Здесь же также я начал подготовку и создал небольшую такую систему с заводами электролиза, где у нас два компонента. Это хлорид лития необходимый и вода. Вода уже сюда поставляется, и в результате должен у нас выходить литий вместе с хлором. Хлора много не бывает, поэтому мы его берем, отсюда достаем и сжигаем, потому что он нам по сути не нужен. А если где-нибудь он вдруг резко понадобится, то мы обязательно просто возьмем и начнем его по месту производить. Большой резервуар я здесь размещаю, а также размещаю вот здесь вот небольшую системку, которая позволит
мне этот весь продукт уничтожать с помощью моих любимых пакельных труб. Пусть немножечко тут хлорок копится на всякий случай. И так эта схема будет успешно работать. Осталось лишь дождаться, когда необходимые ресурсы пойдут, и будет все замечательно, готово к работе. Как только необходимое здесь количество ресурсов скопится, обязательно все пойдет по плану. Добыча минеральной воды можно считать выполненным, хлороводород тоже выполнен, производство лития тоже успешно выполнили, как только он достигнет необходимых масштабов, и обработку урана тоже успешно выполнили. Как замечательно и очень даже продуктивно. На такой прекрасной ноте, пожалуй, мы будем с вами потихонечку заканчивать. Останется этот литий транспортировать мне куда-то на орбиту для его дальнейшей переработки, но этим я буду заниматься, как только мы вплотную подойдем к производству производственных исследовательских пакетов. В таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся.